Кенгуру Бинетта к нам приехала из Липецкого зоопарка в августе месяце. Родилась она в ноябре 2014 года у них. А месяц она у нас проходила карантинирование, а затем мы ее высадили в вольер. Питается в основном днем, ну, конечно, больше вечером. Днем предпочитает зелень, салат, огурцы. Предпочитает кашу, банан, тыкву. Ну, в общем, корнеплоды, в принципе, все, почти все фрукты, ну, кроме цитрусовых, кроме экзотических фруктов. Вы знаете, она, в принципе, девочка спокойная, контактная, но при этом немножко пугливая. Конечно, когда попервой приехала, побаивалась нас, но потихоньку начинает привыкать. Привыкаем потихоньку друг к другу, работаем над этим. Стараемся давать ей пищу с рук. Но пока плохо берет, но мы работаем над этим, чтобы она более стала нам ближе. Ну, мы приносим им ветки, ей, раскладываем по полу. Вот вы видите, у нас здесь для попугаев ветки повешенные, а также ей раскладываем по полу. Протягиваем ветку и стараемся каждый раз сокращать расстояние, чтобы она как можно ближе становилась к нам, контактировала с нами. Не хочет драться, хотя попервой были маленькие попытки, ну не то что драться, она просто от нас убегать пыталась, потому что она нас не знала, она приехала от своей семьи, ну теперь мы для нее новая семья. Она любит деток, становится на бортик сюда и любит смотреть на деток. Вот так вот становится, лапки поднимает и смотрит на деток. На взрослых она так не реагирует. Нас через стекло практически не замечает, ну или делает вид, что не замечает. Ну, конечно, она с каждым днем становится все контактнее. То есть она все больше идет с нами на контакт и становится спокойнее. Пугливость все-таки уходит ее на второй план. Поэтому никакой хищник для этого животного, конечно, уже не страшен. Ну, а пока малыш совсем маленький, то он, конечно, беззащитен. И обычно он находится под присмотром более взрослых сородичей.